Привет, с вами Снежана, и вы на канале Снежана и Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу про эффект, как видео стали. Он называется шейк, или его еще называют тряска. Давайте посмотрим мой пример. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Для того, чтобы сделать такой переход, нам понадобится программа Light Motion. Она есть только на Android. Выглядит она вот так. И как в каждом видео, я передаю приветы. И как ни странно, завал приветиками. И сегодня я передаю каналам. I am Алена Стар, Юлиана Кит, София Лайк, Вика, Вита Даша Слай, Юлия Курпас, Венера, Ксения, Вишенка Лизуны, Снеговичок ТВ Фэмили, Мария Щерпак, Шара Дима, Рената Лай, Соня Юникорн, Елизавета, Таисия Лав, Ксюша Хай, Варфейс Чарли, Лайм Шоу, Сибелина Стар, Настя Кэн, Аня Бережная, Кирилл Козловский, Элли Шоу, Просто Рита, Катенька Антонова, Анютка 2017, Фрикса и Мини Марта. Привет! И как всегда, смотрим видео одного лайкера. Как я говорила, я буду смотреть самых активных. И самая активная у нас была Анастасия Папиш. Давайте смотреть ее видео. Телефон на штатив или любое другое место. Я буду снимать в замедленной съемке. Включаю 0.3x. Вы можете на 0.5x или на обычной. Включаю 3, 2, 1. Здорово! Получилось очень круто! Сохраняем как частное. Ну, вообще можно выложить и такое слово, потому что оно очень крутое. А хотите, я вам покажу самый легкий способ тряски? Берете телефон, включаете свое видео, вторым телефоном снимаете и так тросите телефоном, вот вам трясочка! Ну как вам такая идейка? Напишите в комментариях. А теперь можно начинать монтировать. Кстати, Серафима, ты попала в мое видео. Я тебе даю приветик. Вернее, не даю, а передаю привет. Зайдем в программу Light Motion. Нажмем на плюсик. Здесь можно назвать наш проект. Выбрать частоту кадров и размер. Нажимаем создать проект. Нажимаем на плюсик. Нажимаем на меди и выбираем наше видео. Вот оно у нас. Нажимаем на плюсик. Выбираем место, где мы хотим, чтобы начиналась тряска. И разрезаем. И находим место, где мы хотим, чтобы заканчивалась тряска. И там тоже разрезаем. Теперь выделим нашу часть видео. Выбираем функцию эффекты, добавить эффекты. В группе искажение и деформация выбираем эффект плитка. И включаем режим отражения.
Дальше мы снова нажимаем на эффекты. В группе перемещение и изменения выбираем эффект колебания. Настроить угол, частоту и амплитуду. Угол я поставлю на столько, частоту оставлю на 2, а амплитуду увеличу. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вау! Выглядит очень круто! Выбираем место, где мы хотим, чтобы начиналась встряска, и разрезаем. И находим место, где мы хотим, чтобы заканчивалась встряска, и там тоже разрезаем. Теперь выделим нашу часть видео. Выбираем функцию «Эффекты», «Добавить эффекты». Выбираем эффект «Плитка». И включаем режим отражения. Дальше мы снова нажимаем на эффекты. Выбираем эффект колебания. Теперь на эту часть видео я хочу добавить тонирование. Выбираем функцию эффекты, добавить эффекты. Выбираем раздел «Цвет и свет» и выбираем эффект тонирования. В начале фрагмента мы ставим ромбик и выбираем цвет, который мы хотим. Еще один ромбик и другой цвет. Ставим еще один ромбик рядом и выбираем другой цвет. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вау! Выглядит очень круто! А на вот эту я добавлю вот такой цветовой эффект. В разделе «Цвет и свет» выбираем эффект «Replace Color». Нажимаем на красный квадратик, и у нас появляется меню. Выбираем пипетку и наводим курсором на то, что мы хотим поменять. Нажимаем плюсик. Теперь нажимаем на синий квадратик и выбираем тот цвет, на который я хочу поменять. Ползунками мы можем повысить яркость и резкость. В начале фрагмента мы ставим ромбик и выбираем цвет, который мы хотим. Еще один ромбик и другой цвет. Ставим еще один ромбик рядом и выбираем другой цвет. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу «Экспорт видео», «Опубликовать с водяным знаком». И еще раз на стрелочку «Сохранить видео». И давайте посмотрим еще одного лайкера. Вот его аккаунт, и давайте смотреть видео. Круто! Я тоже обожаю кисок! Обожаю! Я тоже очень люблю котят! У тебя такая милая кошечка! Ну, на этом все! Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам очень полезным, и вы снимите такое же видео!
могла вас найти,